Все, Паша, давай ты первый. А, вот так даже. Разведка боем, давай. Давай, давай. Азарт, научил вчера сприкила петь? Кого? Сприкила, научил петь вчера? Да он пел нам песню, помню ли он? Пел этот, с Лейном. Нет, Лейн тоже пел. На Вьетнаме, когда мы ехали на Беттер или на чем, ой, не на Беттер, а на какой-то пуковке. Да. Потом его сожгли, правда. Там все воровцы нам поют, и эти... Кого стреляют? У нас кто-то там на восток побежал. Прям что за прорисовка? На маяке есть один, около маяка, с востока. Понятно, там все время. Двое там. Прям под маяком. Ой, один полетел куда-то. Они убили Горанза! За шо? За все хорошее. Уходят они на северо-запад от маяка. К воде ближе. К мысу со скалами, что ли? Да. Они под маяком остались, либо на него сейчас будут забираться. Сейчас будет Аллах Бабах. Просто по-нашему кто-то лупит, я сейчас буду его спасать. Там сидит кривой, слушай наш сейчас. И тебя сейчас вольнет. Вот это реально. У него не получится. Сейчас шлем не пробьешь, но у тебя тут тащит голову, у тебя обратно. Что так, был. Данте, что случилось? А чё, Карыч, походу? Карыч, походу, зря. Ну я не знаю, я шёл, у меня просто пролагало, я получил. Не Карыч, а кто около в этот? Да заткнись! Меня, походу, Деймос убил. Деймос, походу, меня тоже убил. Как статки посмотреть, помогите. А потом, когда выйдешь, тебе покажу. Либо Энтер, это азарт. А шо это, какая-то не работает на Редбире? А, это азарт. Нет. А что там? А там этот можно было сразу во время игры фраги смотреть. Да типа ша, а можно да, если сковырнуть так, чтобы таблица реально, то кого есть клавиши срабатывала? Я думал об этом, да, взять. Да потому что, я вот смотрел, то есть, ну сколько тут спрашивали, даже сейчас GTR спрашивал, что как-то, ну, пока выставишь вот эти вот, через ASMU-ку вот это все выковыришь такое. Ой, что-то долго летит РПГшка. А, улетело дальше, чем положено. Зону труху почти убило. Ноги ему оторвало. Я как знал, что вы слева пойдете. Ты крыс. Она на всех одних и тех же прогонах с одной стороны идет. Так. А, Гонза как умер? Гонза как умер? Так он бежит вон, живой. А, говорят, убили? Нет, вот бежит. Ранили прямо перед моим лицом. Ну ранили, он где-то... пошел дальше, он бежит. Он просто молчит. Дутя с экипажник. Да Дутя, ну. Сидит там в кустах. А Зоник уже умер? Он вообще вышел, по-моему. Да, он вышел, он даже не стартовал. Мне скриншотики нравится делать в редакторе. Ой, не в редакторе, а там спектаторе сидишь, там такие красивые картиночки. Не увлекайся. Да ладно. Так как у меня есть скриншотка чисто боты числа, случайно бегут туда, куда мне надо, и в обратную сторону.
Это я просто миссию тестил, проезжал туда-сюда. И они за мной побежали, почему. Так, ну чё, Алекс четверых остановит? Ну, вот я не знаю. Если он их увидит, я думаю, да, но он же спиной. Спиной точно не остановит. Ой, а чё это такое светится? А, где? На горе. Это у меня спичка спалила. А разве они в них есть? Ну, если не менял набор, но есть, наверное, капушка. Подожди, вот это она так багает? Ну, она горит. А-а-а. Или она земля должна тухнуть? Да нет, просто, чтобы ты понимал, она у меня горит, пропадает и опять горит, короче. Как лампочка. А, ну, не крюк. Алекс убил одного. Еще 3 осталось. Молодец. Ну, Рамирес там отстреливает Хаттаба с БТЗом. Я, кстати, не знаю, что Хаттаб по мне стрелял с БТР, хотя он меня видел, в принципе. Умер. Да. А как он умер? А, Хаттаб БТР пристрелялся. Рамирес завис. Так, еще один. Что-то вот такое ощущение, что сейчас свои насували. Мне тоже по звукам вообще казалось, тебя... что со стороны БТР, а это был Алекс. Такое ощущение, что Гонза насувал. Да-да-да. Гонза? Не-не, Алекс убил. Алекс? Да. У меня тоже по звукам ощущение, что меня вообще с спины убили. Нет, вообще не знал. Еще не похоже, иногда спектатор будет попадать. Да, я думал, тут сможет этот холмик. Спокойненько пошел так. Ну почти спокойненько. Кажется, тут оборона никогда не выиграет. Ой, так. Да почему выигрываем? Почему выигрываем? Чё у меня только Алекс рубит? Один остался, да? Там хрена вообще Гонзу убил. Алекс троих не слил. Все, на тап нажимаю, ничего не появляется. На ай можно позвонить. Ну как так, четверых, смотри. Она сама сейчас должна поставить. Не зарубится, это же этот дело, опоздан. Что, она зарубится? Один человек должен остаться. Все сдохли уже, алё. Ну техника за три считается. А там вот, ну,